Подопечные Ленинского РОВД города Бреста, ранее, не думая о последствиях, приступили черту закона и своими действиями нанесли вред обществу и, конечно, себе. Сегодня они активно исправляют ошибки. Кто-то четко осознал свою вину и признал наказание, ну а кому-то деваться некуда. Я осуждена за угрозу жизни, 186-я. То, что я сделала, да, это я осознаю. Хочу просто помогать людям, которые вот сейчас в школе находятся, и убирать, чтобы детям было хорошо ходить и преподавателям, чтобы не поскользнулись. Нынешний призыв акции – помочь коммунальным службам в расчистке снега в городе Бресте. Ведь зима в этом году выдалась по-настоящему снежная, а рабочих рук зачастую не хватает. Потому помощь тех, кто когда-то оступился, сегодня как никогда кстати. Так случилось в жизни, то, что я был осужден, оступился. Но больше такого не повторится. Я проявил инициативу и решил помочь в уборке снега. Мы решили помочь. Что вы делаете? Убираем снег. Убираем в школах, убираем ветки. Помогаем учреждениям образования. В связи с тем, что зима не дает расслабляться коммунальным службам, у которых акцент уборки направлен в первую очередь на мосты и центральные улицы, учреждения образования вынуждены убирать свою территорию собственными силами. Потому такая помощь со стороны осужденных была оценена по достоинству руководством средней школы номер 27. Зима в самом разгаре. Коммунальные службы убирают, конечно, территорию города, а территорию школы убирают работники, которые работают в учреждении образования. К нам сегодня приехали представители уголовно-исполнительной инспекции с помощниками, которые окажут нам сегодня помощь в уборке территории. Конечно, убирать территорию необходимо. Это в рамках профилактики травматизма детей, в рамках создания безопасных условий для работников. Собственными силами мы, конечно, пытаемся и убрать снег, и оледенелость, для того, чтобы не было никаких травм. Такая профилактическая акция в городе Бресте прошла впервые. В РОВД Ленинского района обещают взять полезную практику на вооружение и развивать ее и дальше. Со всеми подотчетными на постоянной основе сотрудниками ОВД проводятся профилактические мероприятия. В ходе проведения профилактической работы с ранее судимыми лицами сегодня, которые не работают с их стороны, инициативно была предложена помощь в очистке от снега некоторых социальных объектов города Бреста. В оказании помощи участвуют лица, освободившиеся из мест лишения свободы, а также отбывающие наказания, связанные с изоляцией от общества, некогда причинившие вред нашему обществу. На сегодняшний день это актуально. Лица, которые сегодня участвуют, это лица не работающие, то есть мы не привлекаем всех состоящих на учете, а привлекли только тех, которые не работают, стоят на учете, не заняты трудом, их будет сегодня 8, которые смогли подойти. Вот. А почему социальный объект? Потому что, опять же, говорю, что там своих рук где-то не хватает, вот и окажем помощь. Пусть не на целый рабочий день, а какую-то часть, где-то снег, какой-то стадион, может, что-то уберем от снега. Юрий Лимонтович, Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк. Новости Бреста.